Всем привет! Журналисты «Кактус Медиа» продолжают вам рассказывать новости в непривычной обстановке. Меня зовут Айдана Абдувоитова. Мое рабочее место в эти дни выглядит следующим образом. Место для рабочего компьютера в однокомнатной квартире нашлось только на кухне, и меня от кухонного стола разделяет только один шаг, так что весь свой день я провожу между приготовлением еды и написанием материалов. Из важных новостей сегодня. Сегодня стало известно о заражении коронавирусом еще 13 человек. Таким образом, у нас за 2 недели в Кыргызстане 107 человек зараженные. 3 из них, к счастью, уже излечились и вчера их выписали. Удручает то, что 11 из них – это дети, и 2 из них нет еще 1 года. О том, как ситуация будет развиваться, никто не прогнозирует, и пока непонятно, что будет потом. Пока лишь республиканский штаб продолжает ужесточать режим. Сегодня комендатура Бишкека подписала приказ, в котором запретов и ограничений стало еще больше. Штаб напоминает о том, что за нарушение правил комендантского часа и чрезвычайного положения будет строгое наказание. От штрафа вплоть до лишения свободы. Например, за хождение в общественном месте без маски вас могут оштрафовать на 1000 сомов. О том, какие еще новые правила и запреты появились, читайте на сайте Кактус Медиа. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. И самое главное, будьте здоровы!